Сколько лет это кафе работает? Bu kafe 26 yıldan beri işliyor. Lat 26 работает это кафе. Hazır ana 5 pencereden soktu mu ne? Saçlı kıymalarımız soktu. Bu çeliğli marhama. Acayip ki yeseydi ne zakalası bak bakalısı. Çeliğli. Все, спасибо, Миркамол. Будем советовать. Салам алейкум. А в этом моменте мы долго уговаривали мастера показать, как он собирает свой шашлык бешпанджа, как он делает монтаж своих кусков мяса, чередуя кусочками жира. Мы долго уговаривали, и наконец-то мы заставили его раскрыть секреты бешпанджи. Ну давайте посмотрим, как он будет собирать, чтобы не утаил от нас ничего. Смотрите. Вот мы увидели, как собираются кусочки мяса. Миф разрушен, что корову выращивают специально так, чтобы у него были прослойки жира и мяса. 26-летний секрет бешпанджи раскрыт. Ну все, теперь секрет пошел в народ. Вот поставили наш шашлык для нас бешпанджа, который мы только что собирали. Сейчас будем пробовать. Кыйманы нам сделали, что не курсат варень тарелка мы, но. Это кыйма. Теперь будем ждать, когда будет готов наш шашлык. Сейчас попробуем. Принесли шашлык. Пробуем шашлык. Мясо тает во рту. Нежное мясо, очень вкусное. Если следи тортов Наполеон, он Наполеон, среди шашлыков,
это мясо тоже имеет свой статус. Очень вкусное мясо. Нежное, сочное. Здесь чувствуешь, что мясо не перемариновано, а имеет свой вкус мяса. Советую всем попробовать. На двоих человек хватает одной порции. Спасибо. Я сейчас буду доедать наш бешпанья. Вас я жду на своем канале подписаться. Мясо было очень вкусное, оно и есть. Я сейчас разговариваю, не могу оторваться. Ну, неприлично говорить, разговаривать и есть, но оно очень вкусное. Спасибо всем. Мы вкусно поели, съели шашлык, бешпанья. Наелись, очень вкусно. Спасибо этому кафе. Обслуживание было очень хорошее. Шашлык был очень вкусный, бешпанья. Самса тоже очень вкусная. Как моя дочка говорит всегда, мы блогеры, у нас жизнь такая. Спасибо всем.